Welcome, снова я. На этот раз я нахожусь в порту города Самара. Сегодня хорошая погода, лето. Вот мы приехали в Россию немного отдохнуть и покататься на теплоходе, вот примерно таком вот, трехпалубный, на пару деньков, самый то. Вот видно даже здесь вот эти... написано Самара. В общем, сейчас ждем, когда подойдет, и начнем тогда уже экскурсию по самому кораблю и как там все устроено. Я все покажу, как там внутри и докуда будем идти. Все, всем до связи. Вот Самара, речвокзал. Матрешки. И хорош. Вот отошли. Вода еще холодная, поэтому купаться не получится. Вот знаменитый знак Самара. Мужик с крыльями. Такая вот каюта. Тут ванна, туалет. Точнее, душ. Туалет, душ. Вот здесь каюты живут. Тут у нас радиорубка. И на третью палубу. Шлюпочная палуба. Вот. Шлюпочная палуба, ведь спереди. Сейчас ветрище, правда, идет сильно. Камера стоит, это чтобы смотреть, куда идет. Также шлюпочная палуба, здесь ресторан. Третья палуба. Там все на отдых. Даже телевизор есть. Душевой и туалет. Схема водных путей европейской части России. Стоит регистрация здесь. Разные модельки кораблей. Вот. Вот.
эти вот камеры, которые спереди стоят спереди. Диспенсер, здесь вода бесплатная у них. Курс обмена рубля. Невского рубля. Тут информация о дирекции. И информация, что есть на борту. Тут еще один ресторан. Так вот оно. Можно сказать, трюм. В принципе, тоже люди едут. Здесь вместо окон эти иллюминаторы. Кстати, каюта, пассажирская, служебное помещение, там вот кают экипажа. Детский час. Объявление. В 11 часов там же в кинозале начнет свою здесь работу школа танцев. Тут такой бар под открытым небом. Ну, почти под открытым, с крышей. Это, правда, не видно там, как там бурлит. Также места для курения. Ну а в принципе и все. Такой обзор небольшой корабля. Потом еще покажу снаружи. Продолжаем. Мы прибыли в порт Казани. Вот здесь портовая зона. Прибыли. Сейчас пошла.